Павел Дуров против Марка Цукерберга. С вами канал Насекомолюб. И сегодня я хотел сравнить величайших программистов в истории Марка Цукерберга и Павла Дурова. Марк Эллиот Цукерберг родился 14 мая 1984 года. White Plains, Нью-Йорк. Американский программист, предприниматель в области интернет-технологий. Да и к тому же долларовый миллиардер. По версии Forbes, в 2018 году находился на 5-м месте в списке богатейших людей мира с состоянием 71 миллиард долларов. Один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc. А Facebook, как мы знаем, крупнейшая социальная сеть в мире. И одноименная компания Facebook Inc., владеющая ею, была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом. Ну, мы знаем, что Цукерберг разработал Facebook. Руководитель компании Facebook Inc. Сейчас ему 306 лет. Он всего на год старше Павла Дурова. Мать-психиатр Карен Цукерберг. Ну, я думаю, что Марк Цукерберг один из гениальнейших программистов в мире. Ну, вы знаете, почему я так думаю. Его бабушки и дедушки были из Германии, Австрии и Польши. Был вторым ребенком и единственным мальчиком из 4 детей семьи. Семье его сестры Рэнди, старшая, Донна и Ариэль. Школьник Марк занимался компьютерным программированием и разработал сетевую версию игры Риск. А Риск — это настольная игра, тактическая, стратегическая. Производство Parker Brothers. Теперь подразделение Hasbro. Ну, Hasbro, знаете, много людей. Так, в январе 2009 года в Пало-Альто познакомился с Юрием Мельниром. 26 мая 2009 года было подписано соглашение, по которому DST за 200 миллионов долларов купила 1,96% акций Facebook. В 2010 году журнал Time назвал Цукерберга «Человеком года». 8 декабря 2010 года Марк Цукерберг объявил, что присоединяется к клятве дарения филантропической компании миллиардеров Уорнера Баффета и Билла Гейтса. Билл Гейтс тоже разработчик. Летом 2016 года дал показания в Конгрессе США и в связи со скандалом с Cambridge Analytica. Из истории личной жизни Цукерберга помечена дата 19 мая 2012 года, когда Марк Цукерберг женился на своей давней подруге Присцилле Чан. Пара устроила, так, подождите, празднование по поводу получения Присциллы степени PhD. А PhD — это вообще доктор философии, так называется. Её когда-то получил Марк Цукерберг, как мы уже с вами говорили. Так. Однако, когда близкие друзья и члены семьи
Появились на заднем дворе дома молодых в Пало-Альто. Им объявили, что они попали на свадьбу. Как сказал представитель пары, свадьба не была приурочена к IPO компании Facebook, скорее к окончанию обучения Присциллы. 2 декабря 2015 года у пары родилась дочь Максима Чан Макс. Когда-то у него было то ли 150, то ли 130, то ли 120 миллиардов, но при разводясь со своей первой женой, при разводе, он отдал ей половину своего состояния, и у него остался 71 миллиард, что тоже немало. Ой, держите меня, я падаю! Павел Валерьевич Дуров родился 10 октября. Извините, пожалуйста, за качество. Ну, просто брахлит телефон. Ничего не поделать. Старенький Oppo A9, которому всего 3 месяца. 1984 года. Ленинград. Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер. Один из создателей социальной сети ВКонтакте. И одноименной компании. Социальная сеть ВКонтакте, вернее, ей, пользуются более 100 миллионов человек. Итак, родители: Валерий Семенович Дуров, Альбина Дурова, братья и сестры: Николай Валерьевич Дуров. Да, спасибо. Как только стоило выключить одну часть этого ролика. Господи. Итак, социальная сеть ВКонтакте. Международное название ВК. Российская социальная сеть со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Местом рождения Павла Дурова. Сайт доступен на 89 языках. Особенно популярен среди русскоязычных пользователей. ВКонтакте позволяет пользователям отправлять друг другу сообщения, создавать собственные страницы и сообщества, обмениваясь изображениями, тегами, аудио и видеозаписями, играть в браузерные игры. Язык программы. Так. Расположение сервера у ВКонтакте находится в России, Москве и Санкт-Петербурге. Начнем рассказ о Павле Дурове с того, что у него 2 миллиарда и 700 миллионов рублей. Ой, держите меня! Также, господи, Дуров, разработчик мессенджера Telegram. А Telegram, я думаю, мы все знаем, господи. Ну что? Извините, ну мочи уже нет, телефон. Барахлит это. В Телеграме пользуется около 500 миллионов. Телеграм – кроссплатформный мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Клиентские приложения Telegram доступны для Android, iOS, Windows Phone, Windows, macOS и GNU Linux. Пользователи, господи, могут отправлять сообщения и обмениваться фотографиями, стикерами, голосовыми сообщениями, файлами любого типа, также делать аудио и видеозвонки. Ну, там еще можно делать, как они называются, канал. Так, языки интерфейса: русский, английский, арабский, белорусский, индонезийский, испанский, итальянский, каталонский, что это значит, я вообще не знаю, корейский, малазийский, немецкий, персидский, польский, португальский, турецкий, узбекский, украинский, французский. Первый выпуск 6 сентября 2013 года. Место рождения: Ленинград. РСФСР, СССР, ну это у Павла Дурова. Так, гражданство у Павла Дурова: Россия, в России, Сент-Китса и Невиса. Ну,
если вы не знаете, что такое Сент-Китс и Невис, это федерация государства в восточной части Карибского моря, состоящая из двух островов Сент-Китса и Невиса, относящихся к Малым Антильским островам. Ну, небольшое такое государство, довольно приличное. Скажите, какая сеть вам больше всего нравится? Facebook, Telegram или ВКонтакте? Обязательно напишите в комментариях. Так, Павел Валерьевич Дуров. В 2001 году с отличием окончил академическую гимназию. В 2006 году филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности английская филология и перевод с красным дипломом, который до сих пор не забрал. Сразу по окончании вуза создал ВКонтакте или ООО ВКонтакте, крупнейшую на данный момент социальную сеть в России. На 2011 год состоянным 7,9 миллиардов рублей, занимал 350-е место в рейтинге российских миллиардеров. Ой, держите меня! Подведем итог. Оба программиста сразу после окончания школы или института, ну как его знает, создали по социальной сети. Итак, Фейсбуком пользуется 5 миллиардов людей. Телеграмом пользуется 500 миллионов людей. И ВКонтакте пользуется более 100 миллионов людей. Итак, подведем итог. В битве программистов побеждает Марк Цукерберг. Его приложениями пользуются больше, чем Дурова. Но согласитесь, это оба гениальных разработчика. Нужно отдать должное Дурову. Он все-таки смог стать миллиардом, хоть и не получилось, миллиардером, долларовым, хоть и не получилось сделать это с первого раза. Всем пока.